Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который совершает первый визит в Москву в должности главы МИД. Дипломаты обсудили текущее состояние двухсторонних отношений, в том числе реализацию проекта в торгово-экономической и культурной сферах. Кроме того, стороны обменялись мнениями по украинскому и сирийскому кризису. По итогам переговоров Лавров и Габриэль провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой глава российского внешнеполитического ведомства уделил особое внимание ситуации в Донбассе. В частности, он призвал Киев немедленно прекратить блокаду региона. Мы, насколько я понял, едины в том, что нынешняя блокада Донбасса, которую устраивают представители таких националистических, если не сказать нацистских батальонов и всяких организаций, неприемлема. И призываем украинское руководство применить все свои возможности для того, чтобы эту блокаду прекратить. Также Лавров подчеркнул, что Россия рассчитывает на ускорение действий, необходимых для разработки дорожной карты по выполнению минских договоренностей. Что касается политического процесса, то мы руководствуемся решениями наших лидеров, лидеров нормандского формата, которые принимались в октябре 2015 года в Париже и в октябре 2016 года в Берлине. Эти решения заключаются в том, что нужно двигаться синхронно по выполнению обязательств в сфере безопасности и выполнению обязательств в сфере политической. Для того, чтобы эту синхронность закрепить и согласовать соответствующие шаги, работают помощники по внешней политике лидеров нормандской четверки над так называемой дорожной картой выполнения минских договоренностей. Рассчитываем, что эта работа будет ускорена, потому что действительно она затягивается. Не хочу ни на кого показывать пальцем, но мы слышим, что говорят наши украинские соседи, насколько воинственно риторика звучит из Киева и насколько регулярно руководство Украины пытается представить дело таким образом, что только одна Россия должна выполнять минские договоренности, а Украина якобы все уже выполнила. В свою очередь Зигмар Габриэль заявил о необходимости поэтапного снятия санкций с Россией, при этом увязав этот вопрос с прогрессом в выполнении минских соглашений. Также глава МИД Германии уточнил, что обстановка в Донбассе по-прежнему остается сложной и о продвижении выполнения минского комплекса мер пока говорить нельзя.